Как я и обещал, я собираюсь вам рассказать еще одну историю про Амели. После нашей последней с ней встречи прошел один день. Я вновь планировал прийти к Амели. Однако в тот день произошел один необычный случай. А началось все в лаборатории нашей школы. Коллега-сенсей был там вместе со своим помощником Робином. Тишина! Так, нужно принести в кабинет магии несколько пробирок. Ты мне должен помочь. Я один все не смогу принести. Как скажете, коллега-сенсей! Все сделаю для вас! Все! Возьми вон те пробирки, что стоят рядом с тобой. Есть! Идем. Здравствуйте, коллеги! Здравствуйте! Здравствуйте! Мы хотели отнести нашему президенту чай, но воды нет. Можете нам помочь? У меня уже есть дело. Я тогда помогу! Потом принесешь те пробирки, что взял. Ладно. Ребята, поставьте чайник на стол. Я сейчас все сделаю. Так, где был кран? Так, а вот. Сейчас. Есть. Так, пора нести чайник. Да, сколько же тут различных пробирок. Их магические вещества. Даже везде все подписано. О, а это что? Уменьшающее зелье. О, если есть уменьшающее зелье, значит есть и увеличивающее зелье. Интересно. Робин вдруг случайно задел пробирку с уменьшающим зельем. И оно пролилось в чайник с чаем. А крышку Робин забыл закрыть. Он даже не заметил, что что-то произошло. Так. Ой, я забыл крышку закрыть. Вот. Ребята, вот чайник. Держите. Благодарю. Амели-сан в это время была в своем кабинете и смотрела в окно. Сегодня в школе спокойно. Это хорошо. Скоро ко мне вновь придет Ирума. Я его чаем угощу. Ой, а чая-то нет. Я забыла. А, я вспомнила. Мне сейчас его принесут. Точно. Я стала какой-то забывчивой. Все думаю об Ирме. Что со мной не так? Президент! А? Здравствуйте. Ваш чай Демон Грей готов. Спасибо большое. Если вы заняты, мы не будем вам мешать. Да, я сейчас занята. Скоро будет свидание. Свидание? Обход школы. Проверьте, есть ли нарушители. Слушаемся! Помощники Амели ушли проверять школу, а затем на обед. Амели расслабилась и стала думать о свидании. Ух, чуть было не проговорилась снова. Надо бы подготовить мангу для Ирумы. Он ведь сейчас будет читать. Вот тот том, который мы вчера начали читать. Пока положу сюда, в полку, чтобы никто не увидел. Сейчас сделаю глоток чая. Приятный аромат. Отлично. Когда Амели сделала глоток чая, она вдруг резко уменьшилась. Она превратилась в маленькую... Хотел сказать лисичку. Но Амели реально была похожа на лисичку. Я ей даже не говорила этого. А? Что случилось? Я не вижу дверь. А почему руки такие маленькие? Почему ноги такие маленькие? Я теперь маленькая? О, нет! Я в это время шел к Амели. У меня было хорошее настроение. И я был готов снова прочесть мангу для Амели. Надо будет потом поиграть с Кларой и Аскуном. Они меня ждут. Обязательно поиграем. Но сначала пойду к Амели. Я ведь еще не все прочел. Остановились вчера на самом интересном. Удивительно, что она спокойно отнеслась к тому, кто я на самом деле. Хотя дедушка и опера-сан тоже спокойно относятся к тому, что я человек. В этом мире все так необычно. Удивляюсь до сих пор. О, а вот и кабинет, где меня ждет Амели. Амели-сан! Я пришел! А? Амели-сан! Амели-сан! А? Это Ирума-кун! Что я ему скажу? Я даже не поняла, что со мной произошло. Но он будет меня искать тогда по всей школе. Ирума-кун! Амели-сан! Ты где? Ирума-кун. Амели? Это ты? Да, Что с тобой произошло? Ты стала маленькой? Я сама не поняла, что произошло.
Я сделала глоток чая, который мне принесли. И вдруг я стала такой. Что? Я теперь не знаю, что делать. Кто-то решил пошутить надо мной. Да кому это в голову пришло? Успокойся, Амели-сан. Я тебе помогу. У тебя, кстати, очень пушистые волосы. Ирома-кун гладит меня по голове. Мое сердце сильно застучало. Ты такая милая. Миленькая лисичка. Он назвал меня маленькой лисичкой. Прямо как в манге. И даже поцеловал. Ирома-кун, спасибо. Так, давай выясним, кто решил устроить тебе эту пакость? Кто тебе принес чай? Мне принес чай один из моих помощников. Он сейчас пошел с остальными на обед. Я понял. Давай найдем этого помощника. Я теперь боюсь ходить по школе. Меня неправильно поймут. Не бойся, Амели-сан. Все будет хорошо. Ирома-кун взял меня за руку. Это такое счастье. Я польщена. Я и Амели-сан вышли из кабинета и начали искать помощника, который принес заколдованный чай. И тут мы увидели помощника Амели. Здравствуйте. А? Малышка, ты кто? Тебя Ирума привел, да? Тебе нужно быть в детском саду, но никак не в школе. Я малышка? Я Амели. Тебя так же зовут, как нашего президента. Здорово. Ирума, а что она тут делает? Это вообще-то и есть президент студсовета Амели. Ее заколдовали. Что? Президент, что случилось? Кто мне принес заколдованный чай? Я после него стала маленькой. Это был я. Вы? Но мне принес кипяток Робин, помощник коллега-сенсея. Помощник коллега-сенсея? Он был в лаборатории. Мы его там встретили вместе с ним. Что же мы стоим? Скорее идем в лабораторию. Мы все вместе побежали в лабораторию. Робин все еще переносил пробирки. И тут он заметил, что одна пробирка упала, а в ней уже было пусто. А почему эта пробирка упала? Что здесь было? Уменьшающее зелье. Я его видел ранее. Коллега-сенсей! Коллега-сенсей! Тишина! Что случилось? Похоже, кто-то уронил пробирку, и из нее вылилось зелье. Кто это сделал? Робин! Робин! О, здравствуйте, коллеги! Что случилось? Зачем вы меня сделали маленькой? Это президент нашего студсовета? Робин, это ваших рук дело? Похоже, я случайно зацепил пробирку. А крышку чайника... Я не закрыл! Я с вами разберусь отдельно. Простите, Амели, простите меня, я реально не увидел, я не хотел. Но как мы сделаем Амели прежней? Сейчас скажу. Так, вот увеличивающее зелье. Я сейчас налью в кружку воды, а затем добавлю немного этого зелья. Оно нейтрализует эффект уменьшающего зелья и вернет прежнюю форму президента. Так, держите. Спасибо. Со мной снова что-то происходит. О, Амели-сан, ты снова стала прежней. О, да, ты прав, Ирума. Спасибо. Коллега-сенсей, спасибо вам. Не за что. А теперь я буду разбираться с Робином. Что? Нет, куда вы меня ведете, коллега-сенсей? Покажу тебе свою магию, чтобы больше подобного не было. Спасибо всем большое. Мне пора возвращаться в кабинет. Есть дела. Ирма, зайдешь? Мангу почитаем. Конечно! Да, необычная история. Амели была такой милашкой, когда стала маленькой. Хотя и сейчас она милая. Мы с ней потом прочитали мангу. Очередной том ей понравился. Амели была в восторге. Надо бы теперь рассказать не только про Амели, но об этом в следующий раз.